Маше, поломашечке. Мы чувствуем себя хорошо, но лапки у нас еще болят. Лапкам нам еще плохо. Массажик пока не действует, а надо разрабатывать лапку. Так, зато вот это чудо наше, вреднютие такое, наш поезд наш, а, красавчик мамин. Так, у этого ребенка выявилась недавно новая травма. Мы думали, что только бедро, оказалось, что и передняя лапа. Девочке предстоит еще одна операция, у нее порвана связка. Она вообще не опирается на переднюю лапочку. Зато задняя лапочка срастается. Через пару дней повезем девочку на осмотр, но, друзья, у нас огромная проблема. У нас долг 150 тысяч. Если мы не оплатим долг, вот эти все малыши будут сидеть здесь, пока не оплатим долг. Мы не сможем оказать им помощь. Ребят, мы часто оперируем в долг. И часто я вам об этом пишу, что, ребята, будем спасать? Если будем, давайте спасать. Если нет, давайте отпустим с Богом. И чтобы детей не мучить. Потому что вот так прооперировать наполовину и бросить, это неправильно. Мы должны доводить до конца. Должны, друзья. Мы в ответе за них. Мы в ответе за них, потому что мы взяли на себя ответственность. Ребят, мы должны им помочь. Мы должны им помочь. Да, мое солнышко. Лапочка у девочки не работает вообще передняя. Мы спасли с вами такого мальчишку тяжелого. Да, Рагнар? Рагнарчик, зайка моя. Вот такое чудо теперь у нас. Вот такое наше чудо. Вот так мы уже ходим. Идем водичку пить. Вот здесь переломы срастаются. Малышка уже встает на передние лапы. Она встает и ходит. Вы представляете, две сломанных передних лапы, но девочка ходит. И через 2 недели нам вести девочку на осмотр, на снятие спиц по возможности и на контрольный снимок. Если нет, будем продолжать лечить. Здесь в ванной ребята у меня. Ну, госпиталь мой домашний. Вон, видите, крокодил маленький что делает. Кто думал, что он выживет? Кто думал? Он еще плохо стоит? Ты мой красавчик. Рагнарчик, зайка моя. Все хорошо, ребята. Ребята, я прошу у вас помощи. Я прошу у вас помощи. Я прошу у всех, кто посмотрит этот ролик. Друзья, пожалуйста, никто из нас не обеднеет на 100 рублей. Прошу вас. Мой номер телефона 8-906-682-68-51. На этот номер вы можете прислать нам 100 рублей. Ребята, пусть по капелечке, но мы соберем на оплату операции. Хотя бы, чтобы снять спицы этим малышам. Мы все люди, и я обращаюсь к вашему сердцу. Пожалуйста, друзья, помогите нам. У нас очень огромный долг за спасенные вот эти жизни. Странички у нас забаненные и перекрытые. И, ребята, нас 600. Нас 600. Более 40 инвалидов. Хотя сейчас, наверное, уже чуть больше. В половину в вольерах уже. Вы, ну, как бы поправились, но безлапые там, одноглазые, они в вольерах. Но они тоже хотят жить. Друзья, я прошу вас помощи сейчас для спасения вот этих 4 жизней. Самое страшное уже позади, ребята. Самое страшное мы уже перенесли. Помогите нам, прошу вас, люди. Люди, я прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Если мы люди, если у нас хоть немножечко, хоть капля добра сохранилась в душе, я прошу вас, отзовитесь. Отзовитесь, прошу вас. Рагнарчик, зайка моя. Ты мое солнышко. Ты моя эльфа. Да. Да. Скажи громче, скажи, чтобы тебя услышали. Скажи, чтобы тебя услышали громче. Да? Скажи, что ты просишь. Да. Видите, она тоже просит помощи. Она просит у вас помощи. И я прошу, друзья, прошу вас, пожалуйста. Я очень вас прошу.